12 ноября Синичкин день, но издавна на Руси в этот день начинали подкармливать мелких садовых птиц. Ну, вроде как начало зимы. Ну, нам вот так сложилось, синичка числа, я не знаю, 10-го, наверное, постучала уже в окошко, как предвестник заморозков, зимы. Есть такая вот примета. Ну и правда, 12-го легла первая, в общем, основательная пороша, 13-го немножко добавила. Ну, то есть пришло время по следам посмотреть, кто здесь живет, такой своеобразный терем-теремок, кто в тереме живет. Здравствуйте, друзья! Егерский дневник приветствует вас! Сегодня мы путешествуем в дикую природу с очень интересной целью. Вы видите, вокруг выпала свежая пороша. Это поможет нам. Мы будем изучать следы зверей, которые встретим в ходе нашего путешествия. Но вы помните, коллеги, мы знакомились с инструкцией к дневнику егеря. Какое значение там придается следам? Первым пунктом идут встречи, собственно, зверей и птиц. А вот вторым пунктом, то есть вторым по значимости, это встреченные следы зверей и птиц. Лисичка-сестричка. Вот по моим, я вчера вечером вот здесь проехал, вот по моим следам. Да, Елена Горбунова уже писала, проводила специальные исследования. Современная лисица использует следы машин, снегоходов, ну, чтобы облегчить себе зимой передвижение по снегу. Вообще, в зимний день лисица проходит в среднем 15 километров. Как нам Игорь Туманов сообщает. Вот она здесь искала мышей, значит, накрутила петель, охотничала. 15 километров проходит лисица за зимние сутки в охотничьих целях, естественно. 4 раза делает перерыв. 3-4 раза. То есть, вот, если летом, в летнее время, грамм 300-350 еды лиса за один раз потребляет, то зимой 150 грамм и ложится, отдыхает, потом еще охотничает. Вот за сутки получается 15 километров. Желающие могут попробовать ее догнать. К слову, следопытам на заметку. Сразу после снегопада, ну вот, допустим, ночью был снег, а сразу на утро идти изучать следы – дело малоперспективное. Зверь в это время отстаивается или отлеживается, кто как, кому как придется. Дело в том, что снегопад очень сильно изменяет буквально все. Звуковая обстановка меняется, ну, в смысле и распространение, и поглощение звуковых волн. Звуки, собственно говоря, ходьбы меняются. Вот одно дело идти по асфальту, да, вы понимаете, другое дело там по листьям, по снегу тоже, причем от состояния снега этот звук зависит. Он может быть такой, сякой, скрипеть, свистеть, значит, вот. А все эти изменения вызывают определенное беспокойство у зверя, что происходит, что-то не так. Внешне меняется все буквально вот от количества выпавшего снега. Ну, просто вот, казалось бы, вчера здесь было, а вот не узнаю просто. Все изменилось человеку. И зверь примерно так же. Поэтому, ну, какое-то время отстаивается, отлеживается. Но, тем не менее, голод гонит. Значит, надо исследовать по новой, все это осматривать, вспоминать, узнавать. Кушать надо, ходить. Поэтому лучшее время, вот как в некоторых методиках по учету животных, по следам, что лучше
через сутки после снегопада, а еще лучше через двое. Вот, ну, более-менее профессиональный исследователь, он разберется, вот, свежий след, не свежий, вот в таком духе. Вот примерно так. Мы примерно так и будем действовать. Вот. А это, господа, следы куницы. Сегодняшние свежие ночные следы куницы. Вот она тут, о, охотничала. Куница. Вот она что-то тут охотничала. Так, вот здесь вот оставила метку, мочилась. Вот видно, да? А это сегодня ночные. Я вечером вчера здесь был. Следов этих не было. Вот. Замечательно видны следы. Куница за зимнюю ночь. Днем, даже зимой куница особо не показывается. Ну, нет, бывает, конечно, безусловно. Но вот она прибежала оттуда. Сюда и здесь, значит, накрутила. Что интересно, два следа входных где-то. Ага, вот он, свежий, совершенно свежий след куницы. За ночь проходит 7,5 километров охотничьих целей. Вот куница оставила фекалии. Где-то, видно, недалеко она здесь вышла из укрытия. На чем я остановился, да. За ночь куница делает в среднем, Игорь Туманов пишет, 26 охотничьих попыток. Ну, атакует или что-то, значит, вот. Находит. За эти 26 попыток она, в общем, добывает себе пищу. А это только что пересек следы косуль. А тут вот она, хорошо следок видно. Косули. Вот следы. Следы. Это куропатки. Вот так вот копаются. Вот их следы. Вон они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага. В норах сидели. След лося. Вот тут вот сейчас посмотрим. Больше похож на самца. Снег сказывается даже на жизни лосей. Лосиная лёжка. Видно, нет, пасмурно. Это лосиная лёжка. Вот. Лёжка сегодняшняя. Небольшая. Лежал тут, встал. Фекалии. Орешки. Ну, это вот от меня убежал вот эти выброс сильный. А сегодня какой богатый день. Вот смотрите. Сегодня и заяц был, и куница свежая была, и лось. И вот это, ребята, кабанья тропа. Тоже очень свежий след. Ну, ночной. Самое большее ночной. Кабаны. Вот теперь наковыряли тут. Липа. Ага, вот. Вот дуб, да. А, дуб. Вот он.
Желудь, значит, добывали. Вот дуб. Ага. Дуб. И тоже под ним. Вот. А это, господа, очень похож на кабанью. Но это собачья тропа. И собаки эти бродячие. Безнадзорные, бродячие. Одичавшие, полуодичавшие. Ну, в поведении абсолютно диковатые. Человека опасаются. Тем более человека с ружьем. Но проблема современного охотничьего хозяйства, охраны дикой природы. Собак запрещено убивать под любым предлогом. Город выплескивает стаю за стаей. Снега стало больше. Вот мы нашли свежие следы зайца-беляка. Это вот тот самый заяц-беляк, у которого была избушка лубиная. А потом любимые народные артисты уговорили его по телевизору взять кредит и пропить его на курорте в Турции. И теперь у зайца нет ни избушки, ни штанов. И бегает он от этих, которые долги выбивают. Рэкетиры, что ли, или как их там, коллектор. Вот. А вот, значит, обратите внимание, сначала сдвойка следа. Вот он. Шел, шел, шел заяц. Заяц умеет убегать от коллекторов. Вот он хитро сделает такой. Вот отсюда дошел, развернулся и пошел своим следом назад. Вот. Отсюда прыгнул в сторону. В сторону. Вот сюда. И он туда побежал. Снег сильно меняет поведение всех зверей. И вообще на жизнь влияет очень здорово. А специалисты установили, если, допустим, толщина снега порядка там 25 сантиметров, рыхлый имеется в виду снег, то колебания температуры, значит, вот наверху в пределах 30, минус 30 градусов, а у земли на глубине, вот 25 сантиметров, температура будет колебаться всего лишь в пределах минус 3 градуса. То есть плохо снег проводит тепло, поэтому, когда в норе животные находятся, им там теплее, собственное тепло сохраняется, не уходит на сторону. Вот, например, отряд курообразных, бог даст, найдем следы наших местных курообразных. Вот рябчик ночует в снегу, в лунке, в снегу, в норке. Вокруг него образуется плюсовая температура. Вот эти крестики оставил рябчик. Белочка. Вот следочки ее. Вот. Ну, вот так вот под снегом орешек хранился у нее. И вот она его разгрызла. Вот. А так как два орешка в этом складе у нее спрятано было. Помнит, с лета помнит, где спрятал. Свежий след белочки. Вот совсем свежий. Вот я для примера, вот моя рука рядом. Ну что ж, коллеги, насколько хорошо у нас получается разбираться в следах зверей на снегу, покажет время. Причем это время наступит скоро. Я уже, кажется, говорил, что знание следов нам обязательно понадобится. Приходит время проводить зимний маршрутный учет дичи, то есть считать зверей. И вот тут без знания следов ну никак не обойтись. Да-да, будем ходить по лесу и вот считать 38 попугаев.
Так что на сегодня, пожалуй, все. Ищите нас на YouTube-канале «Егерский дневник», в Инстаграме, на нашей страничке, в нашем читальном зале на «Автор Тудей». Вас ждет рассказ. Как раз, в общем, вот необходимости знать принадлежность и степень свежести следов. Так что ждем вас и на «Автор Тудей». Ну что еще? В советское время довольно популярной была передача «Москва и москвичи глазами зарубежных гостей». Так вот, октябрьские и октябрьское охотничье хозяйство глазами Ирины Балашовой, Елены Сабановой и Рамины Агапитовой. Приятного вам просмотра! Из этих ингредиентов я сегодня буду готовить заливной язык лосиный. Вот он, сам язычок. Лось был не очень болтлив, по всей видимости. И куриная грудка. Морковка, лук. Это я все буду закидывать в порядке очередности. Что будет дальше, я вам покажу. Язык сварился. Я его опустила в холодную воду для того, чтобы очистить шкурку. Грудка тоже сварилась. Сейчас буду раскладывать заливное и заливать его. Вот получилась такая красота. Нижним слоем у нас мяско получилось лежит, а сверху солнышки, как у меня дети говорят. В заливном они очень любят травку зелененькую и солнышки. Жрете без меня!